друзья, всех поздравляю с праздником Наурыз. Желаю всех благ, здоровья, взаимопонимания, любви и главное, мирного неба над нашей казахстанской землей. Наурыз куты балсын. Всем привет подписчикам канала Пламя. С вами всегда я, Евгений Казахстан. Ребята, привет всем моим поклонникам моих роликов. Привет всему Казахстану, всему народу, кто справляет сегодня праздник Наурыз, Наурыз куты балсын. Всех поздравляю с обновлением весны. Желаю счастья, здоровья, прибыли, денежной прибыли. Ну и всего самого наилучшего, ребята. Сегодня у нас два замечательных события. Это значит праздник Наурыз. И сегодня у нас презентация нашего мангального комплекса, который мы посетим немного позже. Поэтому, ребята, на данный момент я хотел бы познакомить вас с достопримечательностями города Тараз. Арбат, вот такая вот культура у нас, ребята, здесь мельница, это исторический кувшин. Здесь также вы можете, значит, ребята, что у нас здесь у нас поющие фонтаны. На данный момент они, конечно, у нас не работают, поэтому. В общем, одним словом, культура есть культура, и события каждого, значит, происходящего праздника я всегда посещаю, и очень рад, что многие так же, как я, ценят все, что создает казахстанская земля. Я здесь родился, я здесь вырос, я живу здесь с маленького возраста, ребята, поэтому это моя страна. Я всегда символически отношусь к своей стране, ребята. Я всегда сторонник того, что мой имидж — это мой имидж, это казахстанская свобода казахстанской земли. Вот, ребята. Ну, на сегодня что хотелось бы сказать. Я вам уже упоминал, что сегодня будет, значит, презентация мангала моего нового, значит, ролика. Она выйдет в эфир немного чуть позже. Сейчас мы посетим этот мангальчик наш, где мы начинали работу, где мы производили, поднимали его. Вот. Ну, также что еще хотел бы сказать, ребята, кто желает становиться мангальщиком, подписывайтесь на наш канал, всегда с вами буду я, будет Михалыч, мы будем рассказывать, показывать наглядно, давать вам полную инструкцию и пособие сборки наших мангальных комплексов, казанов, очагов и тому подобных печек, которые мы будем сооружать, делать. Ну еще раз, ребята, к обзору. Сегодня массовое гуляние, сегодня праздник Наурыз. Всем, я надеюсь, нравится. Да, товарищи женщины? С праздником вас! Счастья, добра вам! Вот. Ну на этом все, ребята. Поедем на мангал. Там нас будут ждать. Поэтому я не прощаюсь, до встречи, поехали туда. Вот, ребят, мы приехали на наше место, где сегодня у нас будет презентация нашего мангального комплекса. Сейчас оператор попросим как-то вперед пройти, что ли. Сегодня мы будем смотреть работу нашего мангала, ребят. Чтобы было главное больше эмоций и восхищение о нашей работе, о нашей культуре, ребята. Ну вот сегодня у нас, значит, что? Сегодня мы открываем, сегодня у нас два праздника. Сегодня праздник Наурыз, праздник, как я вам говорил,
обновление весны. Всем удачи и самого хорошего, ребята. Ну, сегодня я презентирую, в этот день я презентирую свой мангальный комплекс, ребят. Давайте начнем с осмотра. Значит, вот так у нас горит мангал. В мангале, соответственно, ребята, есть подсветка мангала. Вот. Проверим его на тягу, давайте. Вот, оператора попросим немножко. Вот. Вот так он у нас работает. Вот, ребят. Вот то, что мы творим, для своего народа, для каждый человек, который творит что-то для своего народа, оно всегда остается в приятных впечатлениях, ребята. Очень приятно, когда ты приезжаешь на объект, и тебя встречают с радостью и с пониманием, что построили такой замечательный мангальный комплекс. Здесь у нас водичка даже, ребят, уже закипает, смотрите. Работает у нас казан на 80 литров. Ребят, у нас отломалась ручка на дверце, и мы не можем ее никак прикрыть, но будем устранять этот вопрос, ребята. Вот. Казан на 160 литров, водичка уже начинает закипать, его работа. Вот. Ну, что еще хотелось бы добавить к этому празднику, ребята? Хотелось бы пожелать всем самого хорошего, самого счастливого, ребят. Я даже не знаю, как затрудняюсь что-то ответить. Давайте ознакомлю вас я лучше вот с мойкой. Вот такая получилась у нас столешница с водой. Все. Можно будет помыть руки, посмотреть. Здесь мы, значит, что, ребята? Дымосборник мы облицовали гранитом, придали ему такой необычный имидж. Как я вам говорил, я не делаю аналогичные мангальные комплексы, поэтому все мангалы у меня разные, ребята. Все они разные, но в каждый мангал по-своему вкладываешь какую-то душу. Здесь что? Ну, вот так вот у нас горит он, ребят. Сейчас я хотел еще раз. Вот такая вот сверхбешеная тяга двойного зуба, ребята. Вот, сверхбешеная тяга. Ну, на этом, думаю, пожелаю, наверное, всем еще раз хороших благ, здоровья, самого-самого наилучшего в вашей жизни, чтобы у вас все обновилось, ребята, и вы свободно смотрели вперед. На этом, наверное, ребят, все. До встречи на канале. Всегда с вами Евгений. Пока.